Глава государства тепло поприветствовал делегацию Северокавказского университета. Гостей представил президенту, исполняющий обязанности министра образования и науки Адгур Кокоба. В составе делегации директор юридического института СКФУ Дмитрий Смирнов, замдиректора по научной работе этого же института Максим Трофимов и замдиректора по воспитательной работе вуза Алексей Жуков. Адгур Кокоба рассказал президенту о том, какие совместные проекты будут осуществляться в рамках сотрудничества двух стран в сфере образования. В частности, предполагается, что российские ученые примут участие в разработке закона об образовании и ряда других проектов. Мы планируем обсудить вопрос, связанный с оказанием помощи в подготовке нормативно-правовых документов, что для нас немаловажно, и проведение сотрудниками Северо-Кавказского федерального университета курсов повышения квалификации для педагогических работников. Рауль Хаджимба поблагодарил гостей за сотрудничество и содействие нашей стране в сфере образования. Президент подчеркнул, что у нашей страны давние связи с Северокавказским федеральным университетом и что в Абхазии всегда уважительно относились к русскому языку. Мы абхазы, у нас государственным языком является абхазский язык, и мы очень хотим, чтобы наш язык развивался и сохранился, но и наряду с этим государственным языком мы пользуемся русским языком и даже в общении между собой. Глава делегации ученых из России Дмитрий Смирнов отметил, что это уже не первый визит представителя СКФУ в Абхазию. Он охарактеризовал отношения с абхазскими коллегами как плодотворные. Поскольку я представляю коллектив Северокавказского федерального университета, скажу откровенно, наш ректор Алина Фокоевна Левицкая настроена очень категорично на то, чтобы помочь в научно-методическом и в другом вообще сопровождении всех мероприятий, которые у нас в соответствии с нашим планом должны быть реализованы. Думаю, что все коллеги, которые у нас будут участвовать в этом проекте, достаточно серьезно отнесутся к своим задачам. Все проекты, которые Минобразование и науки планируют провести совместно с российскими учеными, осуществляются в рамках межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Была Кварчи Алексея Гухава, Абхазское телевидение.